10 тысяч шагов. Нам действительно нужно столько проходить в день? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». На самом деле, цифра 10 тысяч шагов – это коммерческий ход. Ее придумали в одной из японских фирм. Было это в 1964 году, перед Олимпиадой в Токио. Тогда в Японии была мода на здоровый образ жизни. Одна из компаний создала первый в мире шагомер и назвала его Manpo Kei. Если перевести на русский, то это означает 10 тысяч шагов. Производители опирались на научную работу своих соотечественников из университета Кюсю, которые высчитали, что 10 тысяч шагов в день якобы помогают сжечь 3000 калорий. На самом деле это не так. Есть также версия, согласно которой разработчики шагомера выбрали цифру 10 тысяч, потому что иероглиф, изображающий ее в японском языке, напоминает шагающего человека. Прибор Manpo Kei оказался гиперпопулярным, и цифра стала ассоциироваться со здоровым образом жизни. Зерно истины в этом, конечно, было. Регулярная ходьба улучшает самочувствие, укрепляет иммунитет и ускоряет обмен веществ. Сердце, легкие, при движении тренируются, а суставы адаптируются к нагрузкам. Ходьба также поднимает настроение, потому что когда мы двигаемся, в организме вырабатывается гормон счастья – эндорфины. Но цифра в 10 тысяч шагов, несмотря на ее популярность, не универсальна. Во-первых, важно не только количество движения, но и его качество. Те же 10 шагов можно пробежать, а можно не спеша пройти за целый день. Влияние на организм в этих двух случаях будет совершенно разным. В первом случае мышцы и внутренние органы тренируются и укрепляются. Во втором они работают менее активно. И, соответственно, польза от такой нагрузки немного. Во-вторых, у каждого человека есть своя норма. Например, людям, которые профессионально занимаются спортом, шашки и шахматы не в счет, 10 тысяч шагов недостаточно даже для легкой разминки. А для тех, кто ведет сидячий образ жизни и проходит от силы 2000 шагов, 10 тысяч шагов – это огромная нагрузка. Если резко начать устраивать ее себе каждый день, то вместо пользы будет вред. Под удар попадут те зоны организма, которые ходьба, по идее, должна укреплять – суставы, сердце, дыхательная система. Поэтому увеличивать количество пройденных в день шагов надо постепенно. Вопреки популярному мифу, избавиться от лишних килограмм 10 тысяч шагов тоже не помогают. Худеет человек только от дефицита калорий. Вес начнет снижаться, если сократить свой рацион примерно на 20% и добавить физическую активность, например, бег трусцой, плавание или занятия в спортзале. Еще одно заблуждение – это связь 10 тысяч шагов с красивым мышечным рельефом. Безусловно, поддерживать себя в тонусе такая нагрузка помогает, но при ней задействовано меньше мышц, чем, например, при скандинавской ходьбе. На некоторых сайтах можно прочитать, что 10 тысяч шагов в день продлевают жизнь. Но никакие современные научные исследования этого не подтверждают. Более того, 2 года назад группа ученых из Гарвардской медицинской школы заявили, что цифра в 10 тысяч шагов завышена. Перед этим специалисты в течение 4 лет исследовали группу женщин в возрасте около 70 лет и выяснили, что для снижения риска преждевременной смертности достаточно 4400 шагов в день в своем обычном темпе. Отсюда вывод – двигаться необходимо, а вот стремиться увидеть на экране красивую цифру 10 тысяч не стоит. Чтобы укрепить здоровье, среднестатистическому взрослому гражданину может быть достаточно даже 5-7 тысяч шагов в день. Если выносливость позволяет, можно выполнять их без перерыва, а можно с небольшими паузами или даже в 2 подхода с перерывом в несколько часов. Допустим, 3 тысячи шагов сделать утром и 3 тысячи вечером. Главное двигаться в быстром темпе или бежать трусцой. На этом все. До новых встреч на проекте «Популярная география». Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!